нельзя сказать, что до сих пор роддома в Кунгуре не было. Ранее беременных женщин принимало родильное отделение при городской больнице. А с 1 февраля 1949-го открылся отдельный дом на 60 коек. В кунгурский роддом поступали роженицы со всех ближайших районов, включая совсем отдаленные поселки Шалю и Тулумбасы. Вместо автотранспорта – две лошади. Они доставляли в роддом беременных, они же возили сотни кубометров дров для печного отопления. Что, был большой самовар, который сейчас у нас в музее. Просто на санитарочки наливали горячую воду в этот самовар, чтобы женщины мыли молочное железо. Значит, через каждые 3 часа наполнялся этот самовар. Заслуженный врач РСФСР Вера Кайгородова стала первым руководителем роддома, которым заведовала более 10 лет. Она значительно повлияла на развитие акушерства в Кунгуре. При Вере Алексеевне Кайгородовой появилось гинекологическое отделение, а в здании бывшей Грибушинской конюшни – женская консультация. В 1960 году роддом возглавила Нина Петровна Яценко, а в 69-м – Роза Набиуловна Майданова. Коллектив был сплоченный и грамотный. Клавдия Рубцова, Нина Брунц, Людмила Ермакова, Маргарита Антошкина. Именно эти женщины сделали шаг вперед. Они впервые стали применять в лечении йодисто-бромные и хлористо-натриевые воды. Сюда приезжали по обмену опытом. На базе кунгурского роддома проходили семинары по повышению квалификации акушеров-гинекологов из ближайших районов. Чуть позже началось мужское правление роддома. В 1971 году наступила эпоха знаменитого Курта Видергольда. Более 30 лет он посвятил родовспоможению. Как и любому руководителю роддома, ему приходилось быть одновременно и акушером, и хозяйственником. Курту Ивановичу есть чем гордиться. Холодное горячее водоснабжение, канализация по всему родильному дому, туда включается женская консультация была, организация анестезиологической службы круглосуточной, организация операционной службы тоже круглосуточной. Его поддержкой при всей загруженности был, конечно, женский коллектив. Татьяна Симкова, Ирина Кокшарова, Тамара Холмогорова. Тогда, в 70-е и 80-е годы, акушеры принимали по 1600 родов в год. Сейчас роддом возглавляет вновь мужчина. Надежная смена Курта Видергольда – Сергей Золотарев. С его приходом в этом вечно юном и голосистом заведении начался новый виток развития. Конечно, с наступлением 21 века многое в роддоме поменялось, усовершенствовалось. Только вот детишек стало рождаться чуть меньше. Не 1600, как в советские времена, а в пределах 1200. Цель акушеров – сохранить жизнь каждого малыша и каждой мамы. Последний случай. Одна из пациенток поступила в роддом с большим обезвоживанием. Ребенок чуть не погиб, но все обошлось. Приехала, конечно, не попала маленечко, что не вовремя. Надо было бы часа на 2 пораньше. Ну, врачи как бы нормально все отнеслись, быстренько в операционную мне. Ну, что еще сказать, большое им спасибо, спасли. Акушеры дорожат словами благодарности в свой адрес. Первый момент, когда родился ребенок, раздался крик новорожденного ребенка, это первая благодарность женщин. Это приятно не только женщинам, но и приятно акушерам-гинекологам, потому что это то, ради чего мы работаем. В кунгурском роддоме всегда есть дежурный запас свежезамороженной плазмы на случай кровотечения, аппарат УЗИ для обследования органов малышей. Появились круглосуточные посты врачей, анестезиолога и неонатолога. Что немаловажно, сегодняшний роддом укомплектован оборудованием для оказания реанимационной помощи новорожденным. У 4 инкубаторов круглосуточно дежурят врачи-неонатологи. Выхаживают 6-7-месячных младенцев. Большую роль в оснащении роддома играют национальные проекты «Здоровье и дети Прикамья», а также родовые сертификаты, состоящие из 3 талонов, которые существенно подкрепляются деньгами. Значит, первый талон идет для женской консультации, талон номер 2 идет для родильного отделения, и талон номер 3, который состоит из 2 подталонов, это уже для наблюдения малыша в детской поликлинике. Благодаря талону номер 2
по которому деньги идут на родовспоможение, Кунгурский родильный дом позволяет себе закупать современное медицинское оборудование, одноразовые материалы и дорогостоящие медикаменты. Например, ценный препарат Курсорф. Если сказать, что один флакончик стоит около 27 тысяч рублей. То есть, представляете, на одного ребенка иногда надо 2, и 3, и 4. То есть родители все равно не смогут, наверное, не смогли бы большинство оплатить эти такие дорогостоящие препараты. Старинные гинекологические кресла сменяют современные образцы. Появляются кресла с новыми функциональными возможностями, где быстрая и удобная регулировка высоты, углов наклона спинной и тазовой секции. Казалось бы, в жизни роддома все настроено. Однако без проблем не обходится. Если улучшилось материальное оснащение, то ухудшилось состояние современных беременных женщин. Виной всему стрессы, плохая экологическая обстановка, употребление алкоголя и курение сигарет. Курение и беременность, они несовместимы. Абсолютно. Никотин действует прежде всего на плода. Там начинается и нарушение в развитии этого ребенка, нарушение в развитии плаценты, всяческие гипоксии. Сказываются и социальные вопросы, особенно с приходом мирового кризиса. Зачастую мы видим молоденьких женщин, которые и сами не работают, и не работает их муж. Ну, естественно, качество жизни таких беременных женщин очень низкое. Озвученные проблемы имеют прямое отношение к работе всего симпатичного коллектива Кунгурского родильного дома. А есть проблемы, никак не связанные с работой, но мешающие ей. Роддом и женская консультация – это единая сеть. Женская консультация типовая, удобная, но построена на первом этаже самого скандального в Кунгуре дома по адресу Коммуны 45. Дом был возведен на месте старичного озера, где к тому же был неправильный проект и вколочены сваи не той длины. Отсюда серьезные разрушения фундамента. Под домом огромная карстовая полость. Здание может сложиться, как карточный домик. Вот это, наверное, у нас самый опасный участок. Здесь у нас расположен за стенкой кабинет номер 10. Вот стена, щели, у которой увеличиваются, и мы вынуждены, чтобы не видно было улицы, утыкать даже тряпками. Вести прием в таких кабинетах опасно для жизни. Вот в последнее время очень часто по телевидению показывают обрушение зданий в различных информационных передачах. Конечно, страшно. Из-за серьезных трещин, несовместимых с приемом пациентов, солидная часть кабинетов женской консультации закрыта. Хотя, в принципе, очень большие площади, и мы могли бы оказывать помощь женщин, не госпитализируя в гинекологическое отделение. В одном месте падающий дом, в другом старинный неприспособленный особняк. «Перемен требуют наши сердца», сказал однажды Сергей Золотарев и начал поднимать вопрос о необходимости строительства нового роддома. В 2003-м он озвучил идею перед главой Кунгура Николаем Каденцевым. Следующий градоначальник Амир Махмудов помог задумке попасть в краевой проект. Так началось строительство Кунгурского межрайонного перинатального центра на 105 мест, общей стоимостью 270 миллионов рублей. По проекту он будет состоять из 5 трехэтажных блоков. На огромных площадях разместятся роддом и гинекология. К строительству перинатального центра приступило акционерное общество «Блок». По удивительному стечению обстоятельств, его директор Роман Кокшаров стал очередным мэром города. Ему издавать и принимать новый роддом. А требования заказчика в последнее время очень жесткие по качеству, поэтому самый главный упор будет сделан не на объемы, а на качество, потому что объект будем сдавать под ключ. За короткие сроки выросли новые корпуса. Вскоре в них появились окна, были построены инженерные сети, кислородная станция, начался монтаж кровли и внутренние отделочные работы. Сдача объекта запланирована на декабрь 2009 года. Это символично, что в год своего 60-летия роддом переедет в новое, светлое здание с прекрасным оборудованием. Оборудование, конечно, очень хорошее. Современное, со всеми параметрами, которые необходимы для нас. Единственное, ну, как мы будем его ремонтировать, это вопрос, конечно. Может быть, круче будет в перинатальном центре, в краевом, но, как нам вчера сказали, там еще только фундамент. Коллектив Кунгурского родильного дома в прямом смысле сидит на чемоданах. Но как бы ни обстояли дела, отмечали бы эти женщины новоселье или нет, они стараются чаще собираться всем коллективом.
И даже несмотря на полуторасуточные дежурства, сложные роды и операции умудряются весело отмечать праздники. Мало того, быть при этом и артистами, и костюмерами. Красиво, красочно, инсценировка, костюмы готовим. Вот прошлый год мы ездили на турслет среди медиков. Мы первое место. Наша команда называлась «Кильки в маринаде». Очень все были такие довольные, счастливые. Столько было эмоций. Коллектив Кунгурского роддома грамотный и дружный, а еще гостеприимный. Недавно все медики встречали потомков купца Грибушина. Самому зданию 150, роддому, проживающему в нем, 60. Всех с юбилеем. Успехов в работе, но это традиционно. Повышение квалификации, счастье, здоровье. И еще хочу пожелать терпимости. Терпимости к своим сотрудникам, терпимости к пациентам, терпимости к беременным женщинам, потому что беременные женщины – это женщина, это особая категория. Но есть такие дома волшебные, особо важные для людей, где побывали мы все, наверное, где получают отцы детей. Там на всю жизнь называют Герой, или Сережей, или Петром. И потому в жизни самый первый и самый главный родильный дом.